Вот, значит, получилось, что вот улица Аксенова должна была переименована быть в улицу Свечина или в улицу Свечиной. А улица Свечина, наверное. Так вот, и потому что ФОАВ Аксенов, это означает мое имя, значит, улица Веры Свечиной. Но этого еще никто не сделал в этом городе. И вот эти Аксенова с бурлюками, они построили незаконный дом для дома. ДДД, это значит, у них доведем до дурдома или что-то в этом роде. Вот чем они занимались. Мы нашли доказательства, как они хотели, чтобы я думали, что у меня шизофрения. В этом участвует еще Инна Диденко, Горького, 21. Она, ну, тоже криминальный авторитет. И, значит, что-то я хотела сказать. Получилось, что суд Обнинского городского суда Калужской области Свечин. Видите? Суд Свечин, а улица Аксенова. И они хотели меня убить. И теперь я подаю в суд, а они не понимают, в чем дело. Но дело в том, что Свечин ВВ, это не Никита Петрович Свечин, который папа той самой Кати, которая незаконно рожденная до свадьбы, этой Ченской в этом городе. Вот. А мой папа Свечин ПН. История с моим папой такова. В 1837 году Обнинские уже знали, что мой папа сюда приедет в 60-х годах 20 века. И назвали своего ребеночка, который только родился в 1837 году, когда Александр Сергеевич Пушкин написал... через три года, как Александр Сергеевич Пушкин написал «Queen of Spades», вот, к моему рождению, к рождению моих детей, мою бабушку звали Акулина, это королева, как раз Queen of Spades, это пиковая дама. И, значит, они готовились к нашему рождению, к нашему приезду сюда, назвали город Обнинск. Вот, и вот этот вот, эта история до сих пор никому не известна. ПН Обнинский, это Петр Никитович, обнинский житель. И вот эти ченские влезли, чтобы никто не знал про нашу историю с Белкинской усадьбой. И получилась вот такая история, что суд Свечин, и дальше они пытаются играть вот с Аксеновой. Аксенова 13, 4 Курильских острова. Аксенова 13, то да сё. Но на самом деле ничего подобного. Только таким образом они у Обнинска украли Нобелевскую премию мира в 2007 году. Мы бы хотели, чтобы... Суд разобрался, считая, что это корона Веры Свечиной, взять это нужно за неоспоримую правду и четыре Курильских острова, и отсюда ввести все разбирательства. И тогда у вас получится совершенно другой результат. Наконец-то тогда будет что-то получаться. Спасибо большое.